В этом году в Дальнем Засвияжье откроют новый детский сад на 160 мест. Ремонт планируют завершить до июля. Объект готов на 65%. В ближайшее время завершат штукатурку потолков и полусухую стяжку. Мы к этому готовы. Силы и средства для этого есть. На май и июнь месяц планируем закончить благоустройство. Параллельно с благоустройством выполним теневые навесы, так называемые беседки детские, их 8 штук по числу групп. Малые архитектурные формы и озеленение. Губернатор Алексей Русских лично проверил, как идет строительство. Обратил особое внимание на подъездные пути и благоустройство прилегающей территории. Когда начнем отделочную работу? Отделочная работа уже начата. Как видишь, поклевка. То есть плитку кладем напольную и затем стеновую. То есть здесь есть где-то на первом втором этаже плитку смотрим? Да. Все работы ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда». По программе «Стимул» в жилых кварталах нашего региона появляются социально значимые объекты, образовательные учреждения, новые дороги и другая инфраструктура. Обустраивают кварталы параллельно с возведением жилья. Также в рамках выполнения мероприятий по нацпроекту у нас предусмотрено финансирование и федеральное, и региональное. Мы в текущем году завершаем строительство детского сада по улице Шигаева. Параллельно с отделкой в садике идут работы над инженерными системами – отоплением, вентиляцией, канализацией. Помимо строительства детского сада на улице Шигаева, в Ближнем Засвияжье уже построен и введен в эксплуатацию новый участок дороги с велодорожками и современным освещением. Новая дорога на Облуково позволит повысить пропускную способность городских магистралей и снизить нагрузку на существующую улично-дорожную сеть. Также Алексей Русских затронул вопрос демонтажа соседствующего манежа. Разобрать недострой исполнители планируют в сентябре. В 2023 году в Ульяновске по стимулу запланировано строительство новых автомобильных дорог. Объекты позволят улучшить транспортную доступность жилых микрорайонов «Новая жизнь» и «Юго-Запад» в Засвияжском районе. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.